Вы увлекаетесь политикой? Нет. Вообще как-нибудь следите за ней? Хорошо. Ни одной фамилии даже не знаю. На политиков смотрите? Вот нет. Ну, вы же бываете на каких-то тусовках. Вот. Ну, мне сообщают, что вот этот политик такой-то или этот министр такой, а я не понимаю, кто это. А мне так хотелось спросить, кого из политиков вы бы переодели? Вот как бы, очень многих. Очень многих. На сегодняшний день хочу вспомнить о Нурлане Капарове. Мне всегда нравилось, как он себя подавал. Он... Знаете, он не увлекался просто классикой, как у нас очень часто Зили, Бриони. Он тоже искал себя, вот стилизовал, у него был определенный стиль, мне это нравилось. На самом деле, не буду называть фамилии, но мне кажется, нашим политикам нужно обращаться к стилистам. Они к вам не обращаются? Нет. То есть в Саваш политики не приходят? Нет. А кто тогда клиенты Саваш? Вот кого вы так красиво одеваете? Все, кто желает. Быть клиентом Саваш. Ну, политики как исключение. Или у вас просто нет ничего для политиков? Том Форд для политиков. Ну, да, оказалось да. бы очень даже Том для Форд для политиков. Ну, вот как-то так случилось. Наверное, Саваш воспринимают как ультрамодную территорию. И боятся, да? Да, где-то немножко, да. А вот вам часто, наверное, приходится сталкиваться с влиятельными людьми или с людьми власти. Как вы ощущаете? Сейчас почему-то вспомнила слова знаменитого Александра Васильева, который говорил: слушайте, ну когда я вижу слишком влиятельных людей и вот прямо таких слишком властных, я сразу представляю, как он сидит верхом на туалете, и у меня вот, я понимаю, что он тоже попадает в дурацкие ситуации. И тогда мне становится легче с ним разговаривать. Вот что вы делаете, когда сила власти начинает вот давить на вас, когда вы встречаете таких людей? Я отступаю. Я вообще считаю, что мудрость человеческая – это когда ты умеешь отступить 3-5 шагов назад, чтобы потом сделать рывок на 10. Мудрый отступает. А в контакте, в разговоре отступаете? То есть вы помолчите? Тайм-аут. И тихо? Так. Нет, не тихо. Я просто говорю, так, давайте сделаем паузу, вернемся к этой теме через неделю, через 10 дней. Мне нужно подумать, я вас услышала. Мы вернемся к этому разговору с другими мыслями, с другим решением. И, возможно, найдем решение. Но идти в атаку, я шла в лоб. Я получала свои уроки. Я разбивалась. Теперь я не хочу этого.